Всем здравствуйте! После внезапного ухода из жизни любимого супруга Дианы Гурцкая, Петра Кучеренко, певица, пропала из публичного пространства и прекратила всяческое общение. К огромному счастью, Диана нашла в себе силы не стать затворницей. Сейчас она, конечно, понемногу приходит в себя и даже вспомнила о любимой публике. Светские мероприятия исполнительница пока полностью игнорирует, а вот особо важные встречи посещает. Так, например, Диана появилась на концерте ко Дню знаний. Окружающие сразу же заметили перемены во внешности и поведении Гурцкая. Несмотря на свой выход в люди, артистка все же не смогла перебороть горе и изобразить веселье и радость от встречи с публикой и коллегами. В первую очередь все отметили, что на публике Диана объявилась без макияжа. После выступления Гурцкая закрылась в своей гримерке. На сцену артистка шла в окружении помощников, которые охраняли звезду от посторонних. Поразила Гурцкая всех и на сцене. Присутствующие отметили, что во время пения звезды прослезились даже мужчины. А как иначе? Ведь нет сомнений, о ком думала Диана, когда пела «Ты знаешь, мама, он такой». Он не такой, как все, он мой. После своего выступления артистка сразу же покинула мероприятие. В окружении Гурцкая признаются, что исполнительница пока не может прийти в себя после потери супруга. Певица регулярно посещает кладбище и ухаживает за могилой мужа. Петр Кучеренко, напомним, ушел из жизни в мае этого года в результате сердечного приступа на борту самолета. Ему было 46 лет. На Диану в те дни было страшно смотреть. Тогда выдержку проявил единственный наследник семьи, который вышел на связь в сети и прокомментировал случившееся. Сама же Гурцкая не хотела никого видеть и слышать. Трагедия полностью отрезала ее от реальности. Кроме близких. Настолько глубоки были ее душевные страдания. Будем надеяться, что со временем боль утраты отступит хоть на немного, и Диана вновь будет радовать зрителя необычными образами и пронзительным исполнением. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!